Из беседы с Евгением за того, что учение. Кто исповедует меня пред митовой, я исповедую пред Отцом моим Небесным, сказал Господь. Евангелие от Матфея, 10 глава, 32 стих. А кто отречется в мире всем от меня, то и он отрекется от нас. Для чего же он не довольствуется только сердечной верой, но еще требует и устного исповедания? А нас часто говорили, ты веришь? Я верую, но я в душе верю. Но кто не знает, нет никто, я в душе веру свою храню. Такой веры нету. Напомню, никогда кто говорит, что это нету веры такой. Для того, чтобы побудить нас к дерзновению, к большей любви и усердию, и возвысить, почему и говорит ко всем вообще. Они разумеют здесь одних только учеников. Не их только, но учеников их старается он сделать мужественными. Кто будет знать это, тот не только будет учить других с дерзновением, но и претерпевать все легкое охотно. Это многих из тех, которые поверили этому слову, привлекло к апостолам, и отвергшиеся в муках подвергнутся большему томлению, и исповедующие в блаженном состоянии получат большее воздаяние. Когда праведник продолжительностью времени усугубляет свои приобретения, и грешник в отсрочке наказания думает находить для себя выгоду, то он равносильно или еще несравненно больше предлагает воздаяние. Ты приобрел более для себя, говорит он, за то, что ты первый меня здесь исповедовал. И я, говорит он, обогащу тебя более, когда дам тебе более и несказанно более, так как я тебя исповедую там. Видишь, что там предуготовленные награды и наказания. Что же ты заботишься и беспокоишься? Что ищешь здесь воздаяние, когда ты можешь быть спасен только надеждой? Поэтому, если ты сделаешь что-нибудь доброе и не получишь здесь за то воздаяние, не смущайся. В будущем веке ожидает тебя за это глубокая, сугубая награда. Если же сделаешь что-нибудь худое и останешься без наказания, не ленись. Там постигнет тебя наказание, если только не переменишься и не сделаешься лучше. А когда не веришь этому, то из настоящего заключай и о будущем. Если еще во время подвигов исповедники бывают так славны, то подумай, каковы они будут во время раздаяния венцов. Если даже враги прославляют их здесь, то не возвеличит ли и не прославит ли себя, тебя, человека, любящий и всех отцов? Тогда будут возданы и награды за добрые дела, и наказания за злые, поэтому отвергающиеся и здесь, и там будут мучиться. Аминь. Аминь.